Не платить налоги и спать спокойно смогут начинающие самарские предприниматели. Областное правительство поддержало законопроект о налоге в 0% для бизнеса. Касаться это будет отраслей производства, социальной и научной сфер и бытовых услуг. Налоговые каникулы предоставят только индивидуальным предпринимателям, то есть физическим лицам, которые зарегистрировали бизнес после вступления в силу закона. Количество сотрудников таких фирм должно быть не больше 5 человек, а годовой доход не выше 8 миллионов рублей. Мы часто говорим о необходимости изменения структуры экономики, но вот один из шагов в этом направлении является снижение нагрузки на бизнес. Законопроект позволит поддержать начинающих предпринимателей. Очень многие боятся заниматься предпринимательством ровно по той причине, что с этим сопряжены большие риски, серьезная налоговая нагрузка. И мы, по сути, помогаем людям начать заниматься бизнесом с минимальными рисками. Налоговые каникулы будут длиться 3 года. Поддержку получат не только малый бизнес, но и крупные инвесторы. Кабинет министров утвердил программу развития инфраструктуры градостроительной деятельности на ближайшие 3 года. В ходе реализации дорожной карты, внедрения лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в Самарской области мы приступили к формированию эталонного правового регулирования и основанной на нем деятельности муниципальных органов в работе с инвесторами. Программа должна помочь привлечь новых инвесторов. Так, для строительства объектов регионального значения земельные участки будут предоставлять без торгов, а сроки административных процедур существенно сократят. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.